Волшебный полет. Привет, Руби! Привет, Йо-Йо! Уроки закончились, и вы идете домой? Здорово! Смотрите-ка, интересно, что там такое? О, это папа! Привет, папа! Скажи, что это? Это папино новое изобретение. Покажи его, Руби и Йо-Йо, папа. А вот и малыш Клубничка. Привет. Иди сюда, малыш. Малыш Клубничка хочет поиграть. Но Руби и Йо-Йо пришли первыми. Не плачь, малыш Клубничка. Руби, ты же старше. Позволь сначала поиграть малышу. Не получается. Наверное, малыш Клубничка делает что-то не так. Сейчас папа покажет, как надо. Теперь малыш похож на настоящего рыцаря. Давайте посмотрим, что еще придумал папа. Ух ты! Вот это да! Малышу очень нравится летать. Спускайся, малыш. Руби и Йо-Йо тоже хотят поиграть. О, малыш Клубничка полетел за птичкой. Постой, Клубничка. Подожди. Кажется, малыш устал. Папа, помоги ему спуститься на землю. Ой, что такое? Папа совсем забыл сделать кнопку для посадки. Как же быть?
Не переживай, клубничка. Скоро заряд батарейки закончится, и ты сможешь спуститься на землю. Не плачь, малыш. Ой, он падает. Ловите его. Ой, малыш приземлился прямо на йо-йо. Хорошо, что никто не ушибся.